На улице глубокая ночь. Соседи выращивают элитные растения. А мы тем временем занимаемся ерундой. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не залетело. Итак, значит, как собрать электровелосипед? Причем самый страшный и ужасный. Купил я вот такой вот стелс торнадо. То есть просто посмотрите, какая мощь. Это рама, просто мощь. Здесь алюминия, можно сдать, наверное, килограмм на 10. А треугольник задний стальной. Купили мотор. Мотор 2 киловатта. Спицы, к сожалению, по длине не подошли, поэтому они сейчас заспицованы вот так вот паршивенько. Вот, они болтаются. Будем заказывать спицы более короткие, на сантиметр короче, поэтому все хрустит. Для тест-драйва подойдет обод настоящий от электроколеса. Покрышки Швальба плюс МТБ, марафон, перформанс, 7-й уровень защиты, то есть самые крутые антипрокольные. Навеска тут у нас просто, чтобы натяжитель был. То есть купили колесо, купили спицы, купили обод, все это заспицевали. То есть у нас готов мотор-колесо. Дальше, соответственно, купили контроллер. Купили контроллер, вот так его похабно к раме прикрепили. Сделали тут красивые герметичные авиационные разъемчики. Здесь вот все надо будет потом еще красиво сделать. То есть это второй элемент. Вы покупаете контроллер, какой вам нужен там. Здесь у нас будет контроллер на 1,5 киловатта, потому что 2 киловатта закачивать, это у нас велик просто разорвет. Дальше, соответственно, берем, собираем переднее колесо. Переднее у нас тут на промах. Спицы нержавейка. Обод там хороший, прочный. Тоже покрышка классная. А дальше берем вилку, рулевую на промах. Там вынос, руль. В общем, собираем велосипед из рамы и различных запчастей. То есть, как вот собрать электровелосипед? Взять любой велик и просто его собрать. Поставить назад просто мотор, поставить просто контроллер. И дальше надо куда-то прикрепить аккумулятор. Я так думаю, что здесь он будет, наверное, вот так вот над рамой стоять. Скорее всего, пока не знаю. Аккумулятор пока не готов, пока катаемся без аккумулятора, просто с горки. С электровелосипеда без аккумулятора у нас. Ну и дальше, соответственно, у нас есть гашетка. У нас есть кнопка включения и выключения питания. У нас есть тут целых 3 скорости. Видите, написано 1, скорость 2, скорость 3, скорость. Учитесь по иероглифам, это уже полезно знать. Это у нас крутилка переключения заднего переключателя. Ручка тормоза с датчиком, то есть при нажатии на ручку тормоза у нас вырубается мотор полностью. И с этой стороны у нас тоже ручка тормоза с датчиком и это переключение переднего переключателя. Все, велосипед готов. То есть как собрать велосипед? Просто поставить мотор, поставить контроллер, поставить аккумулятор, ручку газа. Все. То есть собрать электровелосипед можно, как вы видите, за 2 минуты 54 секунды. Вот. И все это поехало. Значит, почему я хотел собрать велик? Потому что он уродливый. Он очень сильно уродливый. Поэтому мне захотелось собрать этот торнадо с мотором, чтобы просто сюда закачать 1,5 киловатта мощности, 2-киловаттный мотор, чтобы меня спицы повырывало. Вот. Сейчас жду аккумулятор и будем устраивать тест-драйв. Сейчас уже слишком поздно, соседи уже все там отдыхают, поэтому, наверное, это будет завтра.